Три года назад я выложил свое первое видео. Оно набрало 134 просмотра за три года. Сейчас, на данный момент, мои видео набирают по 2-3 тысячи просмотров за несколько дней. И когда ты понимаешь, что три года — это уже такой хороший срок, это уже, ну, знаете, как... уже ребенок, который умеет ходить, умеет читать по сценарию, умеет делать примитивные превьюшки и вообще, в принципе, сам по себе добрый и хорошо воспитанный человек, но только когда пишут хорошие комментарии, а не плохие. Тебе тут сразу палку в колеса вставляют и говорят, что все, теперь твой велосипед будет ехать на 70% медленнее. Да, привет, дамы и господа, с вами Сеньор Гусь. Сегодня я хочу поговорить о будущем своего канала, потому что не за горами вообще то время, когда от нас YouTube полностью уйдет и придется переходить на какие-то свои сервисы. Поэтому я создал Рутуб канал, потому что понимаю, что не у каждого есть возможность, допустим, смотреть видео через VPN. Не каждый может установить там VPN на свой роутер. И для того, чтобы облегчить как-то это все, я решил создать Рутуб канал. Видео будут дублироваться, здесь будут выходить видео, на Рутуб канале будут выходить те же самые видео. Чисто для того, чтобы вам было удобнее. Если у вас есть VPN и у вас видео грузится более-менее нормально, вы можете его смотреть на YouTube. Если у вас видео грузится плохо, то вы можете смотреть его спокойно на Рутубе. Кому нравится мой контент, может смотреть видео и там, и там. Но просьба будет только одна. Пожалуйста, ребята, подпишитесь на Рутуб. Подпишитесь на Ютуб. Ведь для меня канал Сеньор Гусь и вот эти 604 замечательных человек, которые подписаны на мой канал, это уже как семья. Три целых года уже прошло. За три года ты видишь, что ты развиваешься. Ты видишь, что тебе есть еще к чему стремиться. И... я буду к этому дальше идти и стремиться. И просто нужна ваша поддержка. Вот сейчас она нужна как никогда. Ссылка на Рутуб канал в описании под этим видео. И пока я с вами болтаю, зайти и нажать кнопку подписаться — это буквально несколько секунд. А для меня это стимул. Для меня это каждый раз видеть, что кто-то подписался. Потому что все равно, как бы то ни было, сколько бы у тебя не было бы подписчиков, какой бы ты бы не был бы ютубер, тут самое главное — какой ты человек. И как ты относишься ко всему, к этому, к своему делу. Вот я заливаю видео на YouTube, и первые 2-3 часа постоянно захожу на YouTube, смотрю, что там, как там. Уведомление на телефон пришло от YouTube, сразу смотреть, что там, кто там, как там. А там подписка на канал. Вот ты такой смотришь, и там какой-то чувачочек подписался. Говорю, ребята, просьба, пожалуйста, подпишитесь на Рутуб, подпишитесь на YouTube, поставьте лайк под это видео, напишите в комментариях, что вы думаете о том, что вот YouTube замедлили. Как вы думаете, что будет с ним дальше? Потому что Сеньор Гусь — это мой ребенок. И я буду с этим ребенком до конца. Всем спасибо за просмотр. Надеюсь, что я смог хоть как-то донести свою мысль до вас. И я, правда, очень сильно надеюсь на вашу поддержку. Всем до новых встреч в новых видео. Увидимся на Ютубе, увидимся на Рутубе. Всем пока-пока.